Ne, totuși, sunt curios în opinia domnului ministru, nevotarea acestui proiect de către opoziție este în favoarea lui Plahotniuc, Platonic, Vorciuc, Andronache sau careva alte persoane care se simt în mod deosebit vizate de dosarele care sunt pe rol la moment. Cum credeți, domnul ministru, pe care dintre acești indivizi încearcă să-i protejeze opoziția prin menținerea status quo-ului? Domnule, stimați coleg, eu mă aștept la un vot consolidat, inclusiv de la persoane care, cu care aveți dezbateri fără microfon, din partea stângă a mea și din partea dreaptă a dumneavoastră. Așteptările domnului ministru sunt mari. Vă rog eu frumos. Doamna Bodnarenko. Doamna Bodnarenko, în continuare. Mulțumesc, Elena Bodnarenko, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Și noi am mirat, domnule președintele, când întrebarea o dat parcă-i domnul Dan Perciun, dar răspunsul este la doamna deputat. Poate știți mai mult decât noi, domnule ministru, dar asta nu a fost întrebarea. Власти все меньше вспоминают в последнее время о краже миллиарда, но это не значит, что забыл народ. Здесь господин Дан Перчун перечислил несколько фамилий, которые мы якобы пытаемся протежировать. Я хочу напомнить, что в 2014 году бухгалтер Виктория Банк госпожа Мария Йову разрешила межбанковское размещение средств в сумме 2,45 миллиардов леев в Банк де Экономии. Деньги были переведены на офшорные счета, и затем Виктория Банк получил возмещение этой суммы за счет государственных средств. Да, гата, ну мы репетацию штиу. Я хочу задать... Я знаю, что вы знаете, потому что речь идет о вашей теще, господин министр. Дайте мне возможность задать вам вопрос. Нет, я понял, вы... Я вам обсерватор... Очень хорошо, что вы поняли. Нет, нет, поэтому просто, дайте мне просто задать ваши вопрос. Коллеги, с которыми вы очень хорошо координируете, я вижу даже плакаты, да. В свое время эту же ложь здесь, в плену парламенту, ау вочиферату. Eu am respins de fiecare dată această minciună, lucrul ăsta este confirmat prin acte, prin probe, iar faptul că operați cu minciuni sfruntate, și îmi pare rău să o spun, venite din partea noilor voștri parteneri, nu vă face față, doamna Botnarenko, cu tot respectul față de dumneavoastră pe care vi-l purtam. Doamna Botnarenko, a doua întrebare. Волноваться так сильно нет, нет, я очень о моем лице. Спокойный. Каждый из нас будет отвечать за свои поступки, за свои слова. Закон не гарантирует право на политическое мнение, и во время исполнения мандата я даже не могу быть осуждена за свое политическое мнение, да? Часто куфугари ел в испун. Хорошо, что вы проснулись. Ну, дамна, я рада, что Наренко, разбудила вас своими вопросами. Колеч, колеч, хадис, ворог, саштептем, интреба, аскультем, интребаре. Аскультем, интребаре. Угомонитесь, пожалуйста, госпожа правый, господа правый сектор. Я обычно информацию получаю из различных источников. И то, что касается вашей тещи, я получила из средств массовой информации, которое было не одно. И писали они на основании того уголовного дела, которое было возбуждено Генеральной прокуратурой. Вы, правда, в 2019 году, когда Майя Санду была премьер-министром, добились вывода из-под уголовного преследования своей тещи при помощи прокурора господина Октавиана Якимовского. Но мы ведь принимаем законопроекты не под конкретный срок, да, когда ПАС находится у власти. Мы предполагаем, что этот законопроект, если он такой хороший, как вы сегодня рассказываете, будет работать и тогда, когда ПАС не будет находиться у власти. Так вот мой вопрос, он будет единственный. Госпожа Мария Йову будет лично присутствовать на заседании суда или ее дело будет рассматриваться в ее отсутствии? Ну, я пот сей спун доамни Ботнаренко к статуту де парламентар ну
exonerează deputatul de răspundere pentru defăimare. Defăimare crasă, urâtă și care nu vă face față.